Посмотрим, что будет на самом деле. «Ангелы и демоны», саундтрек Ханса Циммера. Вместо Акселя сделал Ридбергер. Три оборота. Аксель был запланирован, сделал Ридбергер. Сейчас каскад должен быть сложный. Набирает скорость. Тройной лут, да. Тройной тулуп. Аксель Версальков. Есть. Да, вот тут дубль Ридбергера он сделал. Да, наоборот, поменял местами. Будет смотреть на недокрут, потому что было видно, что низкий и, возможно, там есть вопросы специалистов. Луц с падением. Данилаксик в самом конце. Ну, наверное, по такому общему ощущению, это на сегодня наиболее такая цельная, взрослая программа. Да, все верно, да.